заключенным! Свободу! Полит заключенным! Прошло 3 года, он сидит по-прежнему очень грустно, потому что это несправедливо. Мы пришли только сюда за тем, чтобы вспомнить об этом, чтобы напомнить людям, что он у нас есть политзаключенные, что он сидит несправедливо. I wanted to express my my belief that Mikhail Khodorkovsky and people who are in prison together with him are there for political reasons, and that they didn't have justice in Russian courts. Давай.